Турнир проходит впервые, но уже собрал на площадке Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» около 130 участников. Спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет представляют Сочи, Краснодарский край, Ростовскую область и Республику Абхазия. В открытом первенстве города Сочи участвуют как юноши, так и девушки. Екатерина Гамаюнова, 11 лет, занимается танцами, а в боксе только год, но уже стала лучшей среди юниорок в Краснодарском крае. Турнир был трудный, очень много девочек было. Первый раз поехала туда, было трудно, но все-таки справилась. Мне нравится этот вид спорта, с помощью него у меня появилось достижение какой-то цели, появилось больше возможностей, у меня стало лучше развиваться дыхалка. Как раз дыхание в боксе играет большую роль, ведь от того, как сумел спортсмен распределить свои силы в ходе трех раундов, зависит исход спарринга. Самые юные боксеры на ринге по минуте, старшие юниоры уже по три. Каждый спортсмен проводит по два боя. За боями наблюдает сын прославленного тренера России Владимира Фетцова Алексей Фетцов. В каждой весовой категории сколько человек, там они разбиваются по подгруппам, парам, и, конечно, сильнейший выходит в финал и будут побеждать. Хотим в дальнейшем проводить его каждый год и включить его в календарный план соревнований Краснодарского края. Соревнования продлятся до воскресенья. Победители наградят грамотами, кубками и медалями. Специальными кубками будут награждены лучшие спортсмены в номинациях «Лучший боксер», «За волю к победе» и «За лучшую технику». Вход для зрителей на турнир свободный. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.